Привет всем! Сегодня у нас 25 сентября. Вот почти каждый день вот такая вот погода. Дожди у нас идут, сыро, холодно. В общем, как картошку выкопали. Денька, наверное, два было еще теплых, и все. Весь сентябрь такой сырой и холодный. Цветут еще георгины. Не замерзают, так как сырость такая вот она. Хоть и холодно ночью, но заморозков таких ощутимых сильных нет. Даже не помню, когда такое было, чтобы к концу сентября георгины еще не замерзли. И цинии цветут. Такие вот разные. Продолжают нас радовать. И вот такая вот. Помея, конечно, уже отцвела. В такой холод она отказывается цвести. Холодина вообще страшное дело. Амаранты еще все такие вот. Ну, уже, конечно, они не такие яркие вот начали. Как бы семена, наверное, образовываться. Ну, а так вот тоже цветет все. И высокий вот этот георгинчик тоже цветет. Не дает погода замерзнуть им. Обычно уже в это время в подпол складывали, их выкапывали, сушили. Но жалко их срезать. Пускай еще цветут. Там вроде бы на недельке будет тепло на следующий. Ну хотя бы там градусов 7 и солнышко. Как раз и выкопаем, и высохнут они. Такие вот простенькие георгины вообще. Самые простецкие, но все равно красивые. Срывали подсолнух, а его птички съели весь. Синички. Вот так вот уже сейчас. Гелиотроп, кстати, уже некоторые пооборвали вот эти вот цветоносы. В пакетах сложили. На подоконнике они сушатся. А потом просто надо будет вот оборвать их. Вот эти все вот, когда они подсохнут. А палочки повыкидывать. Так вот, так вот. Здесь уже так остатки, конечно, доцветают. Амарантики. Там тоже вот все красным красно. Амарантами заросло. Тот куст совсем завалился. Ягода лежит, лежит ягода. Такая ягодка. Тоже много ее прям осталось. Здесь вот остатки усов досадил, чтобы были на зиму они в одном месте. Чеснок вот посаженный на новой грядке. Редьку еще тоже не убирали. Еще растет. И капустка. Кукуруза еще не вырвана. А вот эти вот шафраны, их потом надо будет самый хороший куст прям целиком. Когда вот перед заморозками, в принципе, даже и после заморозков вырываем куст целый. И куда-то его вот именно подвесить, чтобы он сох. Ну, потом просто с куста можно будет и сеять. Потому что неохота уже собирать это что-то в мешки, в пакеты, в какие-то. Один кустик вот так вот в каком-то месте, в таком неприглядном повешать и все. Весной семена взять, посеять. Ну, и самый красивый вот этот вот был кустик. Надо будет с него и брать. Дождик вот так накрапывает.
Еще этот не убран, сельдерей. На зелени и корни надо будет убирать, и лук пореющий сидит. В общем, погода вообще ничего не дает делать. Редька, кстати, тоже подрастает. Вроде неплохая, уж совсем нормальная такая. Там вроде есть речина. Особенно там он. Вообще крупнющие редьки. Огромные такие выросли. Так холодно вообще. Это прям такая большущая редька. И вот такой вот амарантик. Еще покажу его, пока не замерз. Такая вот красотища. Конец сентября. Вот этот синенький тоже вам покажу. Такой вот цветок. Не боится он заморозков. Самосейка. Так вот цветет. И вот здесь вот так вот еще цветет пенстемон, называется он. Здесь криописа немножко. И вот такие вот астры. Кустики вот такие. Это не высокая, не низкорослая. Такая вот астрочка. Ну, дождей уж позавалилось. Здесь еще один такой вот кустик. Так цветет. И амарантами вот так все позаросло. Все в амарантах. Прям даже улей он весь затянули. Но сейчас уже пчелы не летают, холодина стоит. Поэтому как-то не досмотрели. Здесь под яблонька тоже вот такая вот метелка. Уже они, наверное, сеяться будут скоро. Потому что отваливается от них что-то все. Это самосейка. Сам вырос. Зацвел. Такая вот махалка. Это листочки уже отпадывают. И рябина начинает осыпаться. Какая в этом году рябина? Это вообще... Когда рябина, говорят, вот... Дождливая осень, и правда. Много рябины, и все дождями нас сливает здесь. Такие вот грозди. Какая росточка. И калины тоже много. Свиристели, потом прилетят, все съедят. Все позавалилось. Совсем не пройти. Такая вот. Ух ты. Какая ветка, вы смотрите. Ох. Какая ветища амарантовая. Самосейка. Сам украшает сад. И вот так вот заваливается. Цветы прямо от дождей. Все, они не выдержали. Вот так вот сейчас у нас. Здесь тоже все в амарантах. Завалились. Кабачки поубирали. Надо будет еще повырывать их. На грядках тоже все убрали. И облепиху надо собирать. Погоды нету. Сыро очень. В этом году даже сороки ее почему-то не едят. Раньше прилетали. В этом году не хотят. Есть, наверное, много другой ягоды. Такая облепишка. Ну и в теплице еще пока не убрано. Надо и огурцы будет вырывать. Когда хоть немножко потеплеет. Сырости не будет. Помидорки еще есть. Растут два кустика. И перец накрытый. Там еще остался зеленый. Надо будет потом его тоже пособрать. Поэтому вот такая у нас погода. Золотой осени у нас нету в этом году совсем. Ну, может быть,
хотя бы несколько деньков бы выдалось. Хороших таких. И мы бы рады были. И вот в теплице еще последний. Ой, огурчики сорву. Вот такой вот. Апрельский огурчик. Хрустящие. Они сейчас такие вкусные-вкусные вообще. Вот такие вот три огурчика. Можно делать салат. Вот даже в сентябре. Конец сентября. Огурчики вот такие апрельские. Сеяли их в апреле еще. И вот уже осень, они все растут и растут. Сначала немножко они, правда, горчили, но это вот именно от холода. Вот именно весеннего, как мне кажется. А потом их как бы побольше стали поливать. И вот эта горечь, она ушла. Сейчас они вообще хорошие, прям нормальные. А вот по весне, может, от перепадов, что днем в теплице как бы жарко, а потом ночью холодно, может, от этого они горчили. Потом нормально, вот с июня где-то они прям вообще хорошие стали. И все лето, и вот даже осенью. Такие вот вкуснющие, хрустящие огурчики. И вот такой вот еще огурчик кураж. Маленький. Есть один, там еще кое-где висят. Но уже, конечно, они попортились. Все-таки вот эти вот ранние, апрельские, они выносливые. Вот именно сейчас они продолжают расти. У них вот еще и листва более-менее нормальная такая вот вся. Вот они растут и растут. Даже вот в такую холодину. Помидоры вот еще зелененькие, не убраны. Собрали, они убрали их. Холодно. Еще тут приболели, поэтому. И на работе, и в общем, не до помидор пока. Погода потом восстановится, надо будет все прибираться в теплице. И бархатцы, вот так вот их все намочило прям. Тоже один кустик надо будет вырвать потом на семена и все. И оставить. Там, кстати, много семян. Там вот так вот все у нас в Сибири. Погода нас не балует в этом году. Совсем не хочет осень нам теплая приходить. Такая вот мокрая, холодная. Ну, всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока. И всего самого-самого доброго.